Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Поиграли. Ой, Кузя, зачем ты так сильно бьешь? Так интереснее. Дядя Шнюк. Кажется, его нет дома. Жалко, только играть начали. Я вижу наш валанчик. Что ты делаешь? Я залезу внутрь и его достану. Давай лучше дождемся дядю Шнюка. А если он только вечером придет? Что ж мы ночью будем играть? Я быстро. Кузя, Кузя, осторожно. Вот он. Ой. Что случилось? Цветок уронил. Надо быстрее собрать. Я тебе помогу. Что мы наделали? Не надо было сюда ходить. Ничего, мы сейчас все уберем, как было. А ножку стола подклеим. Наверняка у дяди Шнюка есть клей. Кажется, все убрано. А как я теперь вылезу? Склеенная ножка меня точно не выдержит. Кузя, все, можешь убирать. Когда стол рухнул, я думал, все, теперь точно накажут. Надеюсь, мы хорошо его склеили. Да все в порядке, дядя Шнюк даже не заметит. Зато теперь будем играть в бадминтон где-нибудь подальше от домов. Ой. А где валанчик? Вон он, на столе. Только я туда больше не полезу. Вдруг опять что-нибудь сломаем. Да его, наверное, рукой достать можно. Надо чем-нибудь подцепить. Дай-ка я попробую. Только осторожно, не задень там ничего. Кузя, что теперь будет? Я сейчас все исправлю. Ну что? Со стола оттер, а с ковра не оттирается. Теперь из-за этого маленького пятнышка нам точно влетит. Лунтик, на обратной стороне ничего не видно. Надо ковер перевернуть. На нем стол стоит. Мне одному не справиться. Ставь табуретку, я помогу. Ну вот и пришли. Я поставлю чай, а потом покажу тебе свои наброски. Лунтик, нет! Стол! Вот, теперь выдержит Лунтика и Кузю, и не сломается. Нет-нет, что вы, дядя Корней. Мы никогда больше не будем заходить в чужой дом через окно. Ой, то есть без разрешения.